Сливаются в защите. Швед. Внутрь и опять. Мы делили апельсин. Алексей Швед, 3 очка. Можно сказать, еще находится в расцвете сил. Ему 28 лет. Швед заряжает с дальней дистанции. Ох, какой! Мяч проваливается все-таки в корзину. За счет индивидуальных взаимодействий. Скидка в угол. Потрясающее движение мяча у ЦСКА. Швед! Ну, совпадение? Не думаю. Сразу же отправил мяч и Фиунбергу. Швед один на периметре. Сверхдальний трехочковый, но у Шведа сегодня летит. Швед очень активно пользуется заслонами от больших. Сложная попытка. Алексей не точно, но Милутинов первый на мяче. Лунберг на Шведа. Еще один дальний выстрел. Алексей, вот сегодня он в этом просто потрясающий. Процент просто загляденье. На Милутинова наверх. Двоечка со Шведом. Хорошая потрясающая скидка. Передача, и мяч проваливается в корзину. And one. Ну и, конечно, здесь мы вынуждены отметить просто шикарную передачу Алексея Шведа. И дистанции, подбор снова залог. Ильницкий мимо. Ну никак не идет мяч туда просто. Ну и здесь абсолютно один Семен Антонов. Отличный момент. Нужно расколдовывать это кольцо, если хотят Лока что-то получить. Здесь и Милутинов отвечает. У нас какие-то серийные данки весь матч, да? Один за другим.